Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! Вас приветствует киевский спортивный магазин «Беловива», который располагается на Харьковском шоссе. Ваше внимание сегодня на обозрение хочу предоставить женский горный велосипед от американской торговой марки Cannondale. Модель называется Trail 6 Mat. Mat – это имеется в виду не аббревиатура шахмат, а цвет. Красивый, очень приятный цвет. Тем девушкам такой нравится. Не яркий, не броский и при этом на солнце переливается. Это тогда, когда вы посмотрите вживьем, вы тогда оцените красоту этой краски. Нижняя труба имеет надпись Cannondale. Ну, это в 2021 году так делают велосипеды. Модель Trail 6 в 2021 году претерпела изменения по сравнению с предыдущими годами. Спереди теперь 2 звезды, сзади стандарт 8. Трансмиссию изменили для того, чтобы было легче. Ну, я так понимаю, это по просьбе многих велосипедистов, которые устают заморачиваться с количеством передач, потому что когда спереди 3, всегда надо какую-то выбирать. Хотя на самом деле достаточно и 2. Две звезды спереди обеспечивают простоту переключения, легкость в эксплуатации и при этом полностью покрывает все потребности велосипедистов при езде как по городу, так и по пересеченной местности. Trail 6 женский велосипед легко может эксплуатироваться в городском режиме и легко, естественно, по пересеченной местности, по паркам, по горам. На этом велосипеде девушкам будет комфортно. Почему девушкам? Потому что верхняя труба изогнута под желанием девушек. В обзоре следующее стоит сказать про велосипед Trail 6. Покрышка. Покрышка ярко выражена горным протектором. Грубые такие шипы. По центру они стоят друг к другу близко, обеспечивая тем самым комфортную езду по асфальту. Края покрышки имеют более широкие такие шипы, которые устойчиво будут держать велосипед при езде по пересеченной местности, по паркам, по лесам. Это будет очень удобно и надежно. Велосипед будет держать устойчиво девушку. Обод. Обод двойной, алюминиевый. Спицы также алюминиевые. Втулка. Втулка стандарт американского бренда Cannondale. Здесь втулка стоит Shimano. Это надежность и качество. Колесо крепится при помощи легкосъемного эксцентрика. Снимать и ставить колесо можно, не применяя к этому никаких ключей. При транспортировке на машине можно легко снять колесо, и вы будете без проблем грузить этот велосипед. Тормозная система гидравлическая, дисковая, торговой марки Shimano. Вилка Santur с ходом 100 мм. Велосипед данный с колесами 27,5 дюймов. Ну, это стандарт для девушек. Очень удобно кататься. Вилка. Вилка имеет две регулировки. Локаут. Локаут, который включает и выключает амортизацию. По городу, если вы хотите кататься, можете выключить амортизацию. Жесткость вилки обеспечит вам быструю езду. Поехали по пересеченной местности, включили, амортизация, руки не болят. Локаут работает или выключенным, или включенным. Локаут не работает там на 1/3 мягкости, на 2/3 мягкости. Нет, он или заблокирован, или рабочий. Все, два варианта. Половинчатых не бывает. С другой стороны, вилки есть регулировка жесткости. Это рычаг, который позволяет увеличить или уменьшить сжатие пружины за счет клапана. Вращая рычаг, внутри вилки опускается или поднимается клапан на 2 сантиметра. Если девушка весит там 50 килограмм, максимально отпускаем клапан, чтобы максимально разжатая была вилка. Захотел друг, парень покататься на велосипеде, который весит 120 килограмм. Закрутили максимально на 2 сантиметра, сжалась пружина, лучше будет отрабатывать. Это комфорт. Рулевая. Полуинтегрированная, большая, широкая, надежная. Подшипники спрятаны в обойму. Не просто сепаратно какие-то ляпнувшиеся сверху подшипники, которые потом ломаются, а подшипники надежно стоят в обойме. Руль. Руль идет толстый. В центре к краям сужается. Это говорит о том, что внутри тонкие стенки руля для легкости, а краям расходится руль, более толстые стенки, тем самым руль
крепкий, надежный. Тормозная система Shimano, монетки Shimano. Левая рука, тормоз под два пальца от Shimano. Правая рука, задний тормоз под два пальца от Shimano. А монетки сами по себе также Shimano имеют градацию. На левой руке передний переключатель 1-2, потому что у вас две звезды спереди. На правой руке 1-3-6-8. Это задний переключатель. Градация информации идет о том, на какой скорости у вас задний переключатель. Вынос руля маленький, для того, чтобы девушкам было удобно сидеть. Ну, это комфорт на самом деле. Немаловажно стоит отметить и раму, чем и славятся велосипеды. Они очень интересны. Тросик переключения передач передний и задний спрятаны в раму. Они не болтаются, не дребезжат. Очень классно. С одной стороны тросик входит в раму. Это передний переключатель. С другой стороны входит, это задний переключатель. Тросики четко спрятаны, комфорт. Ну а задний тормоз идет по раме, потому что его нельзя спрятать, там нет возможности. Передний переключатель на две скорости от торговой марки Shimano. И звездочки передние тоже две, что делает легкость переключения. Педали пластиковые, стандарт. Задний треугольник рамы, он очень интересный, вот этот вот. У велосипедов Cannondale вот этот элемент запатентованный. Это особое создание рамы, которое позволяет гасить скорость, при езде, гасить вибрацию при езде по пересеченной местности. То есть вот, этот вот, вот эта труба в сочетании с верхней трубой, они способны при нагрузках, при вибрации гасить вибрацию, но это можно только в эксплуатации велосипеда ощутить. На словах не расскажешь, потому что это на самом деле классный велосипед, именно за счет того, что здесь рама шикарная. Также стандарт задний переключатель для торговой марки Shimano идет, 360-й, кассета Shimano, стандарт. Ниппель идет в автомобильный у камеры, то есть камеру легко подкачивать любого автолюбителя, у любого автолюбителя можно взять насос автомобильный и подкачать. Рама имеет специальное отверстие, раз, два, и с другой стороны 3-4, и при помощи этих отверстий сюда вкручиваются болты, на которые можно поставить багажник, и горный велосипед Trail 6 превращается в дорожный велосипед Trail 6 от торговой марки Comanche. Регулировка седла легко осуществляется при помощи легкостенного эксцентрика. Седло мягкое. На самом деле данное седло можно не менять. Некоторые велосипедисты страдают от базовых седел. Cannondale делает хорошие седла. Рекомендую. В общем, если вам понравился велосипед Trail 6 Mud женский, вы всегда можете прийти в наш киевский спортивный магазин и посмотреть, потрогать. Если вас интересует, сколько этот велосипед весит, мы всегда это можем вам сообщить. На самом деле все банально. У нас есть хорошие весы. И если вы будете смотреть, 14300 весит велосипед. Достаточно стандартный показатель как для горного велосипеда. Если вас заинтересовал велосипед Trail 6, обращайтесь в наш киевский спортивный магазин «Веловила» на Харьковском шоссе. Если вас заинтересовал видеообзор этого велосипеда, оставляйте отзывы на нашем YouTube-канале «Веловила». Понравился велосипед? Покупайте, приходите. Мы всегда вам поможем с выбором. Постоянным клиентам скидки. До скорых встреч!